Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что, заберем наши ежедневные награды. Я так понимаю, меня сбросили до Лиги Сёгунов 2 звезды, но это и понятно. Два дня, ребят, не играл. Работа, сам понимаешь. Так что будем сейчас. Вначале сделаем все задания по-быренькому, а потом уже побежим, как обычно, выполнять арену, конечно же. Так, Леонардо взяли. Он мне нужен здесь для того, чтобы залечить раны нашим бойцам. Так, ланфутовцы совсем, смотрю, оборзели. Оборзели, причем в корень. Так, Крэнк. Нет, давай-ка не будем пока бомбить. Суперудар нам еще пригодится. Главное, вот что сделать. Залечить раны. То, что я и хотел. Ага, ну-ка, пробивным. Клан Фотовец готов. Так, этот у нас еще и с уклонением, я смотрю, да? Но саблезубу это не помогло. Саблезубу это не помогло. Так, два бибопчика, Рокстеди. Даже не два бибопчика, ребята. А нет, два. Два бибопа, два Рокстеди. Получается у нас... Так, давай-ка мы, наверное, сделаем ураган. Да ладно. Минус. Отлично. Так, пробьешь? Еще бы. И остается последний, давай его проникающим. Все. Ну что, события мы эти прошли. Дальше идем, наверное, я так понимаю, на поиски. На поиски нужных нам элементов. Для кого? Для Карайки. Мы прокачиваем змею Карай. Если ты еще не забыл. Но я думаю, что не забыл. Так, давай-ка откроем колоду еще. Так, мутаген, это все понятно. И 5 баксов сверху. Дальше у нас сразиться в трех боях. В режиме кампании. Так, кожеголовый. У нас мало мутагена еще к тому же. Поэтому уровень я ему поднять не смогу. Карайка, вот она. Так, мы прокачиваем этот удар. Значит, нам нужна силовая ячейка крэнгов. 8 штук. А тут микроскоп выпадает. Опять микроскоп. В общем, сейчас мы запаримся, наверное, искать эти силовые ячейки. И есть. Одна. Одна только. Вторая. Это мутаген. Опять мутаген выпадает. Выпала третья. Так, четвертая. Подожди секунду. А сколько нам нужно? Блин, еще 4. Раз. 2. Да ёк-макарёк. 3. Ну и последнюю, четвертую. Все, ребят, нашли. Прокачиваем до 6-й ступени. Шикарно. Гипнотический взгляд. Ну, по-моему, мы еще и выполнили задание, да? 2 штуки. Поднять уровень персонажа, естественно, я пока не смогу. Так, давай посмотрим испытание. О, друзья мои. Так, черепашки, да? Погнали, наверное, здесь попробуем. Ага, ага. И вот так. Отлично. Я думаю, сейчас здесь без проблем мы это все пройдем. Ну, испытания на спринтера, я думаю, проходить не будем. Потому что спринтер у нас полностью прокачан, так что... Не вижу смысла. Здесь все понятно, почему мы делаем. Здесь мы фармим нужные нам штучки. Естественно, для прокачки скиллов. Нате вам. Опа, Рафаэльчика, а какого фига ты выжил, а, хламон? Так, ну вот здесь вот желательно бы Микеланджело бы в первую очередь бомбануть. Какой же он ватный, а. И расстреливает Ванька. Все. Без каких-либо проблем. Ребят, первую прошли, но их еще 2 осталось у нас впереди. Так что не расслабляемся. Снаряжение взято. Давай-ка глянем. Так, 80 уровень, я не знаю, стоит ли нам Рокзара брать. Здесь, ладно, еще пускай побудет, но в следующем событии мы однозначно его, наверное, уберем из нашей команды.
Отлично, Шреддер сразу наказывает. Молодец, Крэнк, тоже не отстает. А вот Рокзар, конечно, слабоват. Это он ударил суперударом своим. Так, это у нас черепашки ролевые здесь. Давай-ка, наверное, с гранатомета. Надо было Донни бомбить. Надо было ударять нам, ну-ка. Крэнк, красавчик. Да что ты. Видишь, Рокзар, он, ребят, не особо сильный именно по атаке. Но здесь у нас черепашки видения. Пулеметная дробь. И дальше шипы. Вот и все. Здесь мы тоже прошли довольно неплохо. И остается последнее. Последнее испытание, которое, естественно, я думаю, мы пройдем. Но Рокзара, скорее всего, я брать не буду. Потому что здесь 90-й, да, здесь 90-й уровень. Так что, ребят, я думаю, мы с оригиналами справимся и вот этой нашей командой. Три волны, все как обычно. Ёпарсеты, контратака. Ну-ка, давай-ка, Шреддер, нечего им там. Ты серьезно? Мы их еще и не добили, ко всему прочему. Раз. И два. Здесь у нас, ага, классические черепашки, как мы видим. Да ладно тебе. Так, Рафаэль, да что ты будешь делать? Ну давай тогда выпустим ракеты наши. Ага. Слушай, он же не может на себя, по-моему, применить, да? У нас... Да, он, видишь, он пытается что-то сделать. Но так как на них висит запрет, соответственно, он ничего не сможет. Ни хильнуть, ни пробафать, ничего. Ну что, добиваем этого ханурика и переходим на последний поединок. У нас, блин, это оригиналы. У нас суперудар-то есть же? Есть, у нас есть луч технодромовский, который, естественно, надо применять. Опа, а сфига ли это? Микеланджело вообще, ребят, даже не подвергся никакой атаке. Лео, ой, это кто у нас? Да, это был Леонардо. У него же этот, отложенная смерть, так скажем. Ну, в общем, здесь тоже все, ребят, хорошо получилось. Единственное, что я думаю, здесь все-таки, да, наверное, я буду фармить вот это вот. Поехали. 6 баксов. Снаряжение черепашек. 30 жетонов. Золотые осколки. Нож для пиццы. И последняя попытка. 30 жетонов. Блин, не выпал мне орнамент, друзья. Вообще не выпал. Ну что, мы продолжаем с вами турнирную арену. Как ты видишь, Лига Сёгунов. Одна звезда. Ничего себе, они меня опрокинули. До одной звездочки. Это мне что, опять в Лигу Мастеров как-то надо, блин, добираться? А как я это сделаю? Как я это смогу сделать? Скажи-ка мне на милость. Блин, сегодня у меня короткий выходной, завтра опять у меня рабочая смена. Да что ж будешь делать-то, а? Что за непруха-то такая? Так, ладно, мы сделали здесь дебаф им на броню. Понизили броню, короче, сейчас будем как-то их бомбить. Лишь бы этот мухобойщик там ничего не предпринял. Эй-эй-эй-эй-эй. А он предпринял. Он предпринял и дебафы все наши скинули. Зашибись, я тебе скажу. Просто, блин. Надо было, наверное, нам все-таки провокацию брать на Леонардо. Кого бьет, в Хана? Нет, в Шреддера. Давай я вот так вот сделаю. Я сделаю вот так. А кто у них тут самый? Наверное, все-таки надо попробовать уничтожить. Правильно. Крип, ты главное там держись. Ты главное держись. Так. А, муха у нас не особо такая меткая. У нее там дебаф висит. Попробуем в начале майки. Отлично. Теперь еще майки. Воу. Ну-ка, щитом.
Замечательно. Слушай, ну крип, крип держится. Держится, ребят, молодцом. 55 уровень. Я думал, он будет слабее. Тут еще и постепенку Шреддер накинул на муху. Ну, допустим, да, первый поединок, и что-то как-то затянулся он у нас. Наверное, нам не надо будет на равных. Давай-ка с помощью какого-нибудь сильненького персонажа будем дальше двигаться. То есть, будем брать одного сильного. Ну, например, здесь я возьму Зека. Возьмем Зека. Раз, два, три, четыре. И против нас 51 и 52 уровни. Выступает, естественно. Ну что, первый ходит Зек, соответственно, бросает ему бомбочку под ноги. А дальше надо морозилку вообще-то шлепать как можно быстрее, если честно. Надо шлепать морозилку. Все. Слушай, ну он крут, Рафик, молодец. Свое огненное торнадо сделал и, соответственно, всех наказал. Что-то меня это не тешит, потому что мы очень медленно продвигаемся. 32-я позиция, только лишь. Ну что, дают 15-20. Возьму Бакстера. И Бакстер у нас 1, 2, 3, 4. Вот с этой командой пойдет. Я думаю, что тут будет достаточно его суперволны. Или маузеров. Нет, ну лучше суперволна. Почему? Потому что она все-таки с постепенным эффектом. Но Рафаэль, естественно, переплевывает. Он переплевывает даже сотого уровня Бакстера Стопмана. Как тебе такой расклад, а? А этот, смотри, даже ничего не получил. Даже дебафа, даже постепенного урона на него не повесилось, а? Вот такой вот он жук, этот Бибоп. Ну да ладно. Продвигаемся тогда дальше потихонечку. С 32-й... В плане! Мне даже ничего не дали, прикинь? Вот это вот меня в игре, ребята, убивает просто. Вообще, мы стояли с тобой на каком-то 32-м месте, так на 32-м месте и остались. Здоровски. Просто нас не стали никуда переводить. Нормально? Давай, Армагон, за все отомстим. За то, что нас никуда не перекинули. Замечательно. Ну что, сейчас мы посмотрим с 32-й. Может быть, как бы с задержкой, может, сразу нас переведут на следующую лигу. С 32-й поднимают нас. Нет, ребята, на 23-ю. Опупеть. У меня просто нет слов. Ну, это самый настоящий был кидок. Самый настоящий был кидок, потому что вообще ни на одну ступеньку не перекинули. Я возмущен. Я очень сильно возмущен этому делу. Так, ну что, давай по... Блин, я же хотел сделать луч. Слушай, ну луч все-таки, ребята, сильнее, действительно. Да, этот удар нам дает... превосходство в том плане, что они, ребят, не смогут ни забафаться, ни захиляться, ничего, да? Но по атаке все-таки он слабее, чем наш луч технодрома. Так, ну что, 10-я позиция, то есть еще нам придется один поединочек все-таки здесь заварганить. Я возьму, наверное, здесь Леонардо. Раз, два, три, четыре. Это мы только сейчас перейдем в Лигу Сёгунов. Две звезды. Только лишь. Еще столько впереди. Бомбить. О-ля-ля, да. Ну что, здесь тоже. Я даже не сомневался, что Леонардо здесь с удара всех вынесет. Не на секундочку. Погнали. Ну что, Сёгун, две звезды у нас в кармане. 97-я позиция, как ты видишь. А почему вы мне не дадите 15, например, 21? Ага, они меня считают слабаком. Понял. Ну что же, Макмен, давай попробуем тогда за счет тебя здесь выкрутиться. Не знаю, как это вообще получится, не получится. Но надо как-то проходить здесь. Хлоп. Все-таки парочка персонажей выживает. Но здесь они, ребята, выживают еще, знаешь, по какой причине? Потому что, например, у Макмена... есть слабость к определенным классам. И вот эти вот классы могут как раз и быть во вражеской команде. И он, соответственно, не 100% урон наносит, а, например, 80%. Соответственно,
те чувачки, у которых идет превосходство, да, перед Маконом, они выживают. Вот и все. Они просто-напросто выживают. И это касается всего. Это касается даже вот когда Армагон кого-то не добивает, да, того же самого Бибопа или там Донателло. У них просто, ребята, классовая слабость перед ними. Например, классовая слабость перед танками, да? Или там перед хитрыми. Или перед там, какие там еще есть, механические или что там у нас. Вот перед этими классами, и вот и все. Блин, мне бы хотя бы до Лиги Сёгунов 3 звезды сегодня добраться. Что-то мне кажется, что у меня этого не получится. Как бы я сейчас тут не старался и не пыхтел. Так, Шреддер, ты мне еще нужен чуть-чуть попозже пока. Пока я вот такую вот команду хочу взять. Ей отыграть. Ну что? Я не буду, ребят, здесь делать уклонение. Оно нафиг не нужно. О! Так, минус Бакстер. Так, Микеланджело там выпендривается. Но этот зря, ребят, делает ускорение, потому что уже, само собой, это ему не поможет. Это не спасет вражескую команду от нашей, так сказать, ярости. Ну что, там 70 какая-то была? 73-я, по-моему, да? Сейчас будет, наверное, 60, там, я не знаю. А, 74-я, сейчас будет 62-я. То есть 12 ступенек мы пролетели, получается. И они, смотри, опять дают 15-20. Где ваше 16-21, которое было? Эй! Гаврюши? Да, блин, они не дают. Они не дают. Ну что я могу сделать? Давай. Возьму, наверное... Да, пускай будет кожеголовые, вот эти вот втроем пойдут. Все равно там от Джастина, грубо говоря, толку мало будет. Все равно он не успеет сходить, наверное. Эти уже все по разику сходят. Или все-таки мы просто-напросто их сейчас всех заварганим. Ну-ка. Ты-дыч. Все, ребят, просто. Просто круто он наказывает всех. Наш кожеголовый. Как эти, как кегли их разбрасывает. 62-я, давай 50. Не, 49-ю. А, 51-я, блин. 51-я, ладно. Вот, друзья, видел я 16-21 было. Но сплыло. И теперь, да, и теперь фиг. Твою налево. Блин, ну это я уже сам, ребят, крутанул. Я увидел, но пальчик, как говорится, уже нажал. Есть, вытянул. Я все-таки вытянул. Ну что, здесь я возьму Усаги. Уровень противников 60, а у нас 56. Но я все-таки, ребят, делаю большую ставку на нашего Усаги, который сейчас сделает супер удар. Да ладно, еще. Ну да, тут за счет постепенного урона. Но все равно он же не уложил их всех сразу же. Вот такая вот дилемма. С 51 мы переходим на 39. Так, тихо. 16-21 я вижу. Раз, два, три. Четыре. Так, ну что, Карайка. Ну, у Карайки, в принципе, неплохая инициатива, так что она должна немножечко их наказать. Тут, знаешь, в чем проблема? Муха. Сейчас нужно делать акцент именно по мухе. Бомбить, пробивать, что хочешь делать, но чтобы она упала. Все. Теперь будет попроще. Этот ставит антииммунку. Эй! Чё-то я не понял. У нас что, Бибоп самый слабый, что ли, этот? Похоже, что да, он самый слабый, ребята, у нас. Так, ну Тимати, слава богу, здесь выстоял. Ну-ка, покажите-ка мне, пожалуйста, уровень нашего Бибопчика вот этого. Он же, по-моему, самый слабый, получается, в нашей команде, да? Эй! Я пропустил, даже не посмотрел. Ладно, друзья, 26-я позиция. 16-21. Ну что, беру Шреддера.
Раз, два, три, четыре. Давай, Шреддер, наяривай. По-моему, у нас больше сильных бойцов-то не осталось. С этим парнем-то понятно. Сейчас одну плюшку даст, и они все тут разлетятся к чертовой бабушке. Блин, не все, как ты видишь. Не все, все-таки трое выжило. А я-то думал, что он сейчас шестидесятников просто порвет. Упс. Нормальные фокусы. Вот такие вот бывают, ребята, промашки. И вот когда у тебя в команде, да, ты надеешься на супершредера, у тебя в команде слабые бойцы, ты вот так вот не добиваешь, и твоя команда потом рассыпается в мгновение ока. Вот из-за какой-то маленькой ошибочки. Что ты где-то там не подрасчитал, где-то что-то не доглядел. И вот так вот, раз, два, три, четыре, пять. 59 уровни. Мне жалко будет, ребят, если сейчас нас тут разберут. Ну что, удар. Ага. Блин, мне, знаешь, что надо? Где-то провокацию. А провокация у кого? А не у кого. Так, нейтрализатор, давай свои эти ракеты. Фиг там. Майки бросает бомбу. Ну что же. Хотя бы кого-нибудь надо уронить. Двоих. Это было массовое, да? Теперь есть. Блин, нейтрализатор красавчик. Все-таки нейтрализовал наших противников. Я думал, что сейчас все, ребят. Сушите весла. Да господи, ну 15 ступенек не перелетели. Ну что ты? 16-21. Кто у нас там вообще остался? Раз, два, три. Раз, два. С последних сил выжимаем из врагов и из себя последние соки, ребят. Ну давай сделаем дебаф для начала по броне. Чего? Только лишь на одного Донателло упало. Блин, если он сейчас захиляет мои все вот эти вот удары, которые я сделал, ребят, это будет просто на смарку. Упс. Крысы, выручайте нафиг. Есть! Слушай, действительно крысиный король. Блин, может быть, правда вы когда-то говорили, что он один из сильных бойцов? Ты смотри, давил же. И мы переходим в Лигу Сёгунов. Три звездочки. Почему-то я рад этому, хотя я должен плакать, потому что, ребят, сегодня уже пятница. Уже конец недели. Я в Лиге Сёгунов три звезды. Это позор. Это позор, друзья мои. Потому что обычно в пятницу мы уже как минимум в Лиге Мастеров. Не имеет значения, одна, две, три, но мы в Лиге Мастеров. А тут в Сёгунах сидим. Ай, смех, блин. Так, ну брось свою колбочку, я не знаю, поможет, нет? Не помогла. Слушай, нам на кого-то надо взять, наверное, провокацию, мне кажется. А вот на кого? У нас есть два танка здесь. Донателло и Острозуб. Наверное, все-таки на Острозуба. Почему? Нет, на Острозуба не буду брать. У него там, ребята, очень слабая инициатива. Ты посмотри. Блин, а Донателло сейчас могут уничтожить. Да хорош вам уже там выпендриваться, блин. Ну ты посмотри, а. Все, по-моему, хана Дони. Залечить я в любом случае не смогу. А, нет, смогу. Ну-ка. Ну, это такой слабый хил. Ёпрасоте, блин. Не знаю. Попади вот по нему. Попал. Все, по-моему, Дони, ребята. Сейчас распишут. Плевок. Ну что, я не знаю, давай попробуем вот так вот сделать. Чик-чик-чик. Ёк-макарёк. Упал. Все, ребят, сейчас начнут мою команду уничтожать. 61 уровень. Я манал, блин. Все, сейчас еще один упадет у меня.
Нормально мы кончили с тобой арену? Прям лучше не придумаешь. Еще не попадаем. Это бесполезно их пинать. Слэша этого еще. Ну, как тут? Ну, муха, муха это вообще, ребят, просто фарш. Муха это фарш. Все. Ее разобрали на мясо. Да, ну это бесполезно. Бить его по щиту. Ты серьезно? Ты серьезно? Мы всех профукали, кого только можно было. Так... Когда такое было, ребят? В последний раз я не помню. Я не помню, когда такое было у меня в последний раз, чтобы вот так вот сфейлить всех подчистую. Трэш. Это был просто трэш. Замечательно закончили с тобой. Нас просто распетрушили. Мы практически на равных были с ними, и нас все равно... Одну ступеньку. И нас все равно, ребята, разнесли здесь. В щепки. Так, ну что, хватает у меня там? 19 тысяч мутагена не хватит мне прокачать, поэтому Кейси Джонса прокачиваем. Да. Давай-ка, наверное, 15... Блин, ребят, я, наверное, в следующий раз прокачаю ему удар валуном до 6 ступени. Если, конечно, не забуду. Так, пицца у нас еще 34, поэтому давай-ка мы продолжим, наверное, на поиски. На карайку. Так, приманка для маузеров. Ну, понятно. Фиг ты ее найдешь. Ты получишь только мутаген. Все, друзья. Все, потратили. Конечно, концовка меня просто убила. Расписали команду всю. Жесть, конечно. Ну что, друзья. А на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.